Сегодня мы рады вам представить наш очередной 6-й турнир «Ладиаторы в клетке». Традиционно вечерняя программа у нас заканчивается тремя самыми интересными финалами и 5 боев профессионалов. Сегодня мы разыграли 3 кубка. Основной кубок забрал самая многочисленная команда спортклуба «Воин», так как у нас выступало 56 человек. Второе место заняла команда «Центурион». Вот, были рады видеть ребят первый раз на нашем турнире. И третье место заняли наши друзья из города Чугуева. Наш клуб довольно-таки молодой. Клуб «Центурион» основали год назад с Владимиром Катыхиным. И на данном мероприятии заняли общее командное второе место. Результатами соревнований довольны остались. Ребята выступили, показали все, что могли. Провели зрелищные, красивые бои. Такого формата турниры нам нужны. Далеко ездить не нужно. Все здесь. Довольны и будем продолжать дальше. Мы планируем подготовиться и выехать чемпионата Украины, Европы и выиграть чемпионат мира. Мы начал постепенно возвращаться к тренировкам, начал бегать, начал заниматься борьбой, начал возвращать старые навыки и решил вот попробовать их в клетке. То есть на начальном этапе, да, это не тот уровень, на котором я выступал в свое время, но не все сразу. На данный момент перспектива я увидел, что этот этап я готов осилить, теперь я буду тренироваться еще усерднее. У меня перспектива 30 апреля пробежать, я хочу 42 километра марафон, и после этого более активно подойти к боям и попробовать выступить на более высоком уровне в Киеве либо где-то за границей. We'll be right back.